На тренировке приветствуют чемпиона. Он в заслуженном отпуске. В своей весовой категории один представлял Краснодарский край. До этого выиграл первенство региона Южного федерального округа. По словам самого Арама Осипяна, он последовательно шел к цели. Было не очень легко. Я выиграл схватки с минимальным преимуществом. Только в финале я явно выиграл. А так схватки тяжело шли. Арам занимается самбо 9 из 16 лет. Тренер Григорий Шахмурадян, родной дядя. Следить за мной, пропускает, пропускает. Двойное всекание. Тренер прекрасно понимает, что родной не убежит никуда. Вот. И, соответственно, с ним можно требовать чуть больше. В целом, воспитанники, их родители и тренеры – это одна команда, где важны усилия каждого из участников. Сначала все приходят как на кружок. Вот. Через 2-3 года мы как садоводы замечаем, что цветок подрос, и можно, чтобы он еще больше рос. Соответственно, немножко больше внимания. Вот. Ну, конечно, зависит тоже от их родителей многое. Один тренер никогда ничего, все не успеет. Конечно, но молодцы наш родительский комитет. Вот. Всячески помогает. Это ряд молодых ребят, друзей, товарищей. Не оставляют без внимания победы, поездки. После выхода из отпуска Арам начнет интенсивно готовиться к первенству России, которое пройдет в октябре во Владивостоке. Новая цель – занять призовое место и войти в сборную страны для участия в международных соревнованиях.